И всем привет, дорогие подписчики канала Umbrella Tech Incorporated. На связи с вами ваш Альберт Вески и ваш доктор Эгвуд Работник. Записываю сейчас поздравления наши, вот такой вот краткие итоги. Я постараюсь сделать кратко, потому что, во-первых, я пытался сейчас записать итоги, но записал без звука. Вышло забавно, конечно. Но я благо заметил, что звука не было, и сейчас перезаписываю. Правда, я успел много чего сказать, много чего сделать, и вы поймете, о чем идет речь по ходу этого видео. Но прежде чем мы начнем, ребят, я хочу всех еще раз поздравить с наступающим Новым годом. Пожелать всем счастья, здоровья, удачи. Мне очень приятно, что наш канал с вами на данный момент записи набрал 1425 подписчиков, ребят. Наш канал набирает популярность, растут просмотры, растут посещаемость, комментарии появляются с каждым днем. Ребят, я всем вам очень благодарен. Мне очень приятно видеть, что дело, которое я делаю, вам приносит счастье и удовольствие. А это для меня самое главное, потому что я считаю так, что именно счастье и удовольствие и продлевает жизнь, и помогает нам выходить из самых сложных ситуаций, ребят. Да, 22-й год был тяжелым для всех нас. 22-й год был очень трудным. Кого-то мы потеряли из-за ковида или по еще более жуткому обстоятельству. Кого-то встретили. И я считаю так, что какие бы ни были времена, какие бы они ни были темные или яркие, радость и веселье всегда должно быть. И это, я считаю, основной целью нашего канала. Конечно, наш канал занимается в первую очередь прохождением игр, чтобы их отстроить в Майнкрафте с дальнейшим съемками анимации. То есть, понимаете, многоходовочку. Но, ребят, основная моя все-таки именно цель канала, чтобы принести и донести до вас счастье, удовольствие, а главное, жизненные принципы, которых я сам лично придерживаюсь, а принцип индивидуализма, принцип собственного я считаю, это самые важные принципы, которые позволяют человеку развиваться. Я хочу, чтобы и вы тоже учились, развивались. Многие говорят, что игры никого не обучают, а каждый раз доказываем обратное, что именно обучают, помогают развиваться, развивают моторику, развивают мышление, развивают память. И если вдруг вам кто-то скажет, что этот человек неудачник, что он двоечник, говорю вам сразу, круглый отличник и еще обладатель красного диплома, специалист по экономической безопасности. Ребят, если это вы молодые, это я говорю старикам, которые будут вам говорить, не слушай его. Слушайте, это я вам официально говорю. Потому что я... Ну, сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Я горжусь тем, что я являюсь специалистом экономической безопасности. Я горжусь тем, что знаком с каждым из вас, ребят, кто подписан на мой канал, кто приходит на трансляции, кто смотрит наши геймплеи, кто смотрит премьеры, кто смотрит шортсы, ребят. Шортсы в этом году вообще прекрасно выстрелили. И именно благодаря... вашей любви к шортсам, ребят. Наш канал сейчас постепенно растет. И я буду рад видеть всех, кто смотрит шортсы. И всех остальных, кто бы... вот просто просматривает ленту шортсов. Чтобы вы приходили к нам, ребят. У нас веселье. У нас веселье. И шортсы наши — это всего лишь мелкий фрагмент этого самого веселья, который вы можете увидеть на наших стримах, на наших геймплеях. И я буду всем очень рад, чтобы вы насладились этим счастьем. Чтобы вы заряжались им, когда вот вам тяжело, особенно тяжело, чтобы вы могли просто прийти и отпустить весь этот тяжелый груз. Ну а сегодня, до 31 декабря, кто-то, наверное, это видео посмотрит уже, проснувшись в салате оливье 1 января, поэтому если смотрите... И если думаете, ой, 1 января, я все пропустил, сегодня, наверное, стримки будет. Будет! Ребята, небольшой такой анонсик. Во-первых, я рад, что Sonic, Team Sonic Racing вам зашла. Я сегодня вот прямо сейчас после этой игры записываю все это дело. И мне было приятно видеть количество людей, которые приходят. У нас был максимальный онлайн на этой игре. Причем долго держался. Это 11 человек, я замечал. Возможно, было и больше. YouTube не всегда всех показывает, ребят. Но мне было очень приятно всех видеть. Мне было
очень приятно с вами общаться. Приятно доносить вам радость. И поэтому я думаю, что Team Sonic Racing у нас будет время от времени появляться еще на канале. Я думаю, что я скажу, что я поставил цифру 1 в Соби стрим. Ну и, конечно же, ребят, по поводу анонсов. В течение праздников, праздничных выходных, у нас с вами будет код Вероника. Пока что только она, ну, в сочетании с Ларой Крофт геймплейными, поэтому переходим, тоже смотрим, ребят. Также, я, конечно, публикую расписание на эту неделю, не переживайте, расписание выйдет. Но я хочу также еще и сказать, что в этом году, в 23-м уже, я подразумеваю, году, нас ждут очень много проектов. И пока я жив, пока я дышу, я буду продолжать развивать наш канал, чтобы донести вот радость от всех проектов. Мы с вами будем проходить очень много игр. У нас много игр за пазухой. Скорее всего, ну, мы будем расширять нашу... Извиняюсь, что так... Просто на настроение новогоднее. И я даже не знаю, как выразиться, потому что я записываю это хаотично, рандомно. То есть я без сценария, ребят, я без сценария. И... Ну, вы знаете, я всегда без сценария. И я... Что хочу сказать? Игр будет много. Геймплейных роликов тоже будет много. Сейчас я стараюсь как-то вот, ну, стримы, конечно, понемножку делать короче, в рамках часа, максимум полтора. Это связано с тем, что я хочу нарастить количество именно видео, а не стримов на канале. И я хочу, чтобы они тоже помогли вам доносить счастье и удовольствие, чтобы наша аудитория с вами расширялась, чтобы могли все общаться, ребят. Я хочу, чтобы наши группы в Дискорде, в ВК тоже расширялись, тоже набирали обороты. Я хочу, чтобы все мы могли делиться радостью, ребят. Ну и, конечно же, ребят, наверное, будет один из главных анонсов у нас впереди. После Лары Крофт у нас пойдет Sonic Omens. Я знаю, она еще не закончена командой разработчиков, ребят, но она уже будет у нас в процессе. Тем более, я ее проверил, она прекрасно работает. Формально, признаюсь честно, я думал сегодня стримить именно либо ее, либо Рейсинг. Либо Омонс, либо Рейсинг. Но я выбрал Рейсинг, поскольку она все-таки без... Ну, в Рейсинге нет сюжетки основной. Поэтому можно просто веселиться, гнать и наслаждаться. А Омонс все-таки это сюжет, и чтобы там не косячить со своей озвучкой, я все-таки предпочитаю ее записывать отдельно, чтобы сделать грамотную озвучку, чтобы у вас были и хорошие шортики, и хорошее видео, и просто приятное настроение. Ну а сейчас, ребят, формально мы это сделали с вами в предыдущем видео, которое записалось без звука. Поэтому сделаем вид, что мы ничего не видели, мы ничего не знаем. Вот здесь у меня елочка моя новогодняя. Это елка, которая у меня осталась от моего покойного отца. Она у меня с 90-х годов. Родня хотел ее выкинуть каждый раз. Я ей говорю, выкинете, выкину вас всех сам на помойку. И один из родственников ее хранил. И вот я до сих пор вот и благодарен своей бабушке Куфтере Зове Сироны, что она ее сохранила. Вот ей большое спасибо. Я вот ее так вот принарядил. Восстановил, починил. Конечно, она на 50 сантиметров ниже. Она полутораметровая была. Где-то 2 метра, по-моему, сколько я помню. Но часть комплекта все-таки растеряли, к сожалению. За 20 лет-то. Ладно, какие 20? 27, по сути, лет уже. Это елки. 27, кстати, реально. И я хочу... Вот что хочу. У нас здесь с вами есть такая вот открыточка. Новогоднее предсказание. Я его не читал. Я вовремя увидел, что звука нету. И правда, я вот здесь стер уже слой. Но я не успел... Но я не читал его и ничего не читал. Поэтому давайте сделаем вид, что мы стираем. Вот так вот. Тем более тут, наверное, что-то еще осталось, я вижу. Вот так вот стираем. И давайте посмотрим, что же вот в этом новогоднем предсказании. Я даже для себя специально закрываю, чтобы не видеть. Мы с вами посмотрим, что нас ждет в новом году, наш с вами канал. Что ж, сначала вы. Я не смотрю. Так, я не знаю, видно вам, не видно. Камера, ну-ка, сфокусируйся. Камера. Не знаю, видно вам, не видно. Надеюсь, видно. Итак, теперь я читаю.
Здоровье в новом году будет крепким. В этом я не сомневаюсь. Я в этом году со стресса дважды поболел, поэтому на ближайшие 5 лет, если не будет еще более сильного стресса, мое здоровье, в принципе, будет непоколебимым. Но если здоровье будет крепким, значит, доживу до 24-го. Это уже хорошо, это уже хорошо. Что ж, ребят, я всем тоже, как и эта открыточка, желаю всем счастья, здоровья, удачи. Хочу еще раз сказать спасибо всем, кто приходит на стримы, кто общается. Спасибо большое всем нашим подписчикам, самым активным. Огромное спасибо. Это Юмир, Ахавод, Марк, Лунтик, наш модератор Хэппи Синон, Поклажан, Хайпер Соник тоже. Ребят, всем вам большое спасибо. Соник Экзет. Да, Соник Экзет, конечно, я вижу, ты не приходишь на стримы. Не видел, не смотришь. Но ты очень часто пишешь у нас в сообществе. Мне очень приятно. Он один из самых активных людей в нашем сообществе, что тоже очень приятно. Ну и, конечно же, не могу... Так, елочка, извините, заберу подсветочку. Ну и, конечно же, не могу не отметить еще одного человека. Это Geometry Dasher 228. Он прямо так активно у нас пошел, вот, нашел наш канал и активно смотрит весь Lost Viadobus. Это, ребят, много лет назад, в начале года, я говорил по поводу, какая игра у нас была самой первой на канале. И это была Lost Viadobus, моя одна из любимейших игр, не связанных с Резидентом, но по сериалу Lost. И мне приятно было, что ему понравился наш геймплей, который вышел еще аж в 2014 году. И по нему мы сейчас делаем шорты. Знаете, как тогда делал их? Я записывал весь геймплей целиком, загружал его на YouTube. То есть я даже не делил, у меня не было монтажной программы. А в YouTube я просто дробил на видео и публиковал. Вот так вот делал. И у меня старые крупные записи, точнее вторая половина, сохранилась. И мы теперь ее... Я вот теперь на ее основе делаю шорты. Ну и, конечно же, из обычных тоже эпизодов тоже. И по поводу шортсов, ребят, наш канал вырос очень сильно за этот год, так что и даже я не ожидал. Да никто не ожидал, наверное. И мне было очень приятно, что Sonic Forces вам всем понравилось. Понравилась наша озвучка, понравилось наше прохождение. У нас самый популярный контент на канале, помимо Резидента, это Sonic. Именно Sonic Forces. Шортсы по Сонику, ребят, вам очень зашли. Особенно шортс, где Эггман уделывает Соника и сбивает его. Почти 7000 просмотров там и почти полтысячи лайков, ребят. Это абсолютный рекорд на канале, его пока еще никто не может до сих пор побить. Мне это реально очень приятно. А вторые самые приятные, вторые самые популярные шорты — это у нас Протопотоп или Рубины иллюзий и наша озвучка Эггмана, что тоже мне очень приятно. Как, мне реально нравится, что вам нравится наша, моя озвучка. Нравится, как играем, как доносим вот положительный настрой до всех вас. Я хочу пожелать всем, ребят, счастья, здоровья, удачи, чтобы никто не болел, чтобы все были живы, чтобы все были здоровы, целы, невредимы, чтобы все безумие, что было в 22-м году, осталось в 22-м году и в 23-м не переходило. Желаю всем счастья, успехов. Если начинающий YouTube-блогер, процветание вашему каналу, ну и процветанию нашему каналу тоже не могу не пожелать. Ну и просто, ребят, берегите себя. С 23-м годом наступающим. Буду рад, если поставите меня за место новогодней речи. В конце концов, моя речь лучше. Как говорится, никто не похвалит, совсем не похвалит, никто не похвалит, особенно Империя Эггмана. Это чай. Эрл Грей с персиком. Рекомендуем. Отличный новогодний чаечек. Ну и, конечно же, ребят, с вами был Альберт Вескер, глава Мэлла Тэйчинг. Увидимся с вами уже в 23-м году на новых стримах
В новых играх, ну и в старых, к примеру, Ведьмака, когда пройдем. В новых анимациях. В новых, надеюсь, также анимациях в 360 градусов. Так что рекомендую запрашивать подарки на Новый год. Коробочки. Глазные коробочки. Знаете, такие вот, куда телефон вставляешь или вообще Oculus закажите. Потому что будете наслаждаться 360 градусным пространством. Ну, постараемся сделать. Все-таки это Мосес, пока не крути. Хочу, чтобы вы могли и насладиться. Ну, а с вами был Вескер. Всем до скорой встречи. Всем пока. Мишура. И удачи.